Ребяточка Самара, добрый вечер. Песня в канале. Проверка связи. Дайте, пожалуйста, песня. Электроник принимает лично. Нахожусь на коллективной радиостанции. Планируешь приехать на приеме? Ну, пока не получается. Я с работы на работу сейчас еду. Ребят, еще кто слышит, отзывайтесь. Песня. Подальше курс немножко говорит. Скажи подальше микрофон даже. Говори чуть подальше. Говори чуть подальше. Немного нечетко получается песня. Запуталась там между собой. На приеме песня. Всем общий вызов. Пожалуйста, отзовитесь. Вызывает коллективная радиостанция «Песня на приеме». Тихо, народ, если они, уехал с работы домой. Они испугались, наверное, блин, не знаю, что сказать. Сейчас отчитывать буду. Перекличку буду отчитывать. Это на 430. Выходит на 9 канал Сиби. Диапазон, поэтому тут и позывные аллигаторы. Что за... Ну-ка, дай-ка я там сейчас рявкну, блин, сволочим таким. А что, никто не принимает коллективную станцию? Здесь аллигатор, прием. Принимаю. Электроник. Вот Наташа... А, ну ты уже отвечал. Угу. А кто еще принимает здесь аллигатор, прием? Друг на друга. Президент, здорово, аллигатор. Коллективная радиостанция, дивизион. 400, на 430 выхожу. Как принимаешь прием? Да, понял, принято. А кто еще подходил? Микрофон чуть подальше держите. Вы очень громко идете и с канала вылетаете по модуляции. А еще кто аллигатор принимает? Всем прием. Да, Серег, принято. Ну, у тебя громко модуляция, вот. Ну, все четко прошел, микрофон подальше, и все здорово. Ясно. Еще кто есть на частоте здесь? Олег Аллигатор и группа в штабе дивизиона. Прием, прием. Не, Олег, у меня на генерале все это проверяли, все нормально. 3,5 килогерца полоса, девиация тоже все в норме, там 4,5. На твоей станции надо полосу расширять. Ясно. Не, сейчас ты прошел все чисто, хорошо, очень громко, громче всех раза в 3, например. Ну вот и на твоей станции просто одни высокие частоты идут. Вот, там надо полностью немножко это пошире сделать. Зайти в настройки там через программатор, наверное, и полностью сделать широкую. Да, принято. Ну, приезжай в штаб дивизиона, Серег, и расширим полосу. Сядем и будем расширять. Да надо не в штаб дивизиона, а надо на генератор ее сажать, и там сразу все будет видно, там какая полоса, девиация, там все это. На генераторе надо все расширять. Вот, Серега, Байкин, поздравляю, поздравляю. Хары снимать. Ну все, ладно, хары снимать. Всем пока, 73, штаб дивизион, 430. Первый выход в эфир, потому что... Ну и вообще первая станция на 430. Так, 430, вот двойка у нас, 144 МГц, вот короткие волны от 80, вот даже 0,36 кГц. Все, всем пока, 73.